Всем привет! Сегодня у нас салат и инжир. Расскажу, что в салатике. У нас здесь копченая грудка, обычная отварная куриная грудка, жареные шампиньоны с луком, майонез промазан каждый слой, яйцо и сыр внутри. Давайте пробовать. Обожаю сочетание салатов с копченой грудкой. Всем приятного аппетита. Сегодня ходили с Лёвой в магазин. В магазине буквально были 5 минут. Вышли, дождь начался. У меня волосы все промокли. Очень вкусный салат. Спрашивали меня, какой сериал я смотрю, что я могу посоветовать. Я сейчас не смотрю долгий сериал вообще. Меня, знаете, так начинает раздражать то, что очень много серий. Мне многие в комментариях советовали «Постучись в мою дверь». Я так понимаю, многим этот сериал нравится. Многие восхищаются актером главным. Честно скажу, это не мой вообще типаж. Мне этот сериал вообще не понравился. Знаю, что многие со мной не согласятся. Я посмотрела, наверное, серии 5, может, 6. Как по мне, очень все затянуто. Как-то по-детски, можно даже сказать. Так снято вообще хорошо. И актерский состав все. Но мне не зашло вообще. Также было с сериалом «Игра престолов». Я там посмотрела мало серий, может, 2 серии. Тут написал:
Лиан с Артём переехали в дом, поздравляем. Нет, они не переехали в дом. У них только недавно была куплена земля. Дома так быстро не строятся. К сожалению. Из старых сериалов, что я могу вспомнить, давно который уже смотрела это. Мне очень нравились «Дневники вампира», «Первородная». Знаете, так, сажусь перед видео, думаю, какие сериалы, все вспоминаю, и сажусь на видео, и не могу вспомнить название. Какой еще мне нравился? Может быть, конечно, сейчас, начав их смотреть, мне не так будет сильно нравиться. А вот еще «Милые обманщицы» очень нравились. Я даже как-то их недавно пересматривать начала сначала. «Сверхъестественное», я помню, раньше тоже был очень популярен сериал. Мне тоже не зашло. Чёрные домохозяйки тоже очень нравятся. С Ляниным переездом как-то, знаете, все так времени не хватало и снимать, и заниматься работой. Вот только сегодня начала разбирать переписки, кто мне писал по поводу ногтей. Понимаю, что вот эти переезды, да, ремонты, это все настолько не мое. Мне вот страшно представить, что я мечтаю очень о доме. Мне страшно представить ремонт. Мне кажется, идеальнее всего, когда ремонт делаете не вы сами, а нанимаете рабочих и просто выбираете, что вам нравится. Вот это классно. Также сериал «Великолепный век». Там тоже знаю очень много серий. Его мне тоже многие советовали, но я как-то видела отрывки. Мне уже неинтересно было смотреть. Когда знаешь, чем закончится. Костя, можно мне сказать, очень часто говорит, чтобы я занималась только YouTube, а не занималась ногтями. Потому что, когда я занимаюсь тем и тем, у меня и на то время не хватает нормально работать. И на YouTube, если честно, я с ним согласна. Понимаю, что надо выбрать что-то одно. Вот такой сытный и очень нежный. Такой красивый внутри. Вот вообще не люблю шампиньоны, но в салатах мне нравится. Вообще удивляюсь людям, которые могут совмещать много дел. Детей, работу, там, хобби, еще что-то. Мне бывает такое, что я очень устаю, вообще мне ничего не хочется. Из-за того, что иногда себя очень сильно нагружаю, так нельзя. Сегодня дала первый раз попробовать «Любви и инжир», ему так понравилось, он
Две штучки съел. Знаю, что многие едят с корочкой инжир. Я всегда раньше думала, что ест только начинка. Но я, знаете, как-то не очень хочу его вместе с вот этой не корочкой, как это можно назвать, основанием. Очень сладкий. Я объелась. Если честно, даже не планировала снимать. Просто был готов салат и решила записать, пока Лёва спит. Ну что, спасибо, что сегодня были со мной. Я очень сильно сейчас соскучилась по видео, хочется не пропадать. Как мы раньше снимали каждый день, я вообще не представляю. Сейчас бы через день снять. Ну что, всем пока, до новых встреч. Я вас очень сильно люблю.